Всем, ребята, привет! Вы на канале Juicy Pie. Сегодня мы поговорим о опыте работы в такой стране, как Хорватия. Об этом опыте нам расскажет Алена. Тебе привет! Привет! Давай, наверное, начнем из того, какая у тебя была последняя работа в Украине, с которой ты уехала работать за границу. И какая у тебя была первая работа за границей? Значит, когда я работала в Украине, последняя именно работа у меня была в Альфа-банке. Работала на горячей линии, в основном это поддержка пластиковых карт. То есть консультировала именно по пластиковым картам. То есть изначально там начиналось на другой, уже на другой должности, а немножко так повыше, и уже на конце я была ведущим специалистом и работала на пластиковых картах. И с целью больше зарабатывать ты решилась податься? Да, и как бы люди, которых там спрашивала, все, в принципе, кому нравилось, кому не нравилось. Некоторые, даже мне знакомые, конечно, ехали, когда еще работала в Альфа-банке, ездили, да, говорят, не, они буквально 3 месяца поработали за границей. Я просто, чтобы, как говорится, не соврать, не помню, какая страна, по-моему, какая-то страна Прибалтики. Они были на рыбном заводе. Вот, но я могу ошибаться, потому что это было уже больше 5 лет тому назад. И они поехали, говорят, если брать дорогу, какой тяжелый труд и, ну, все тому подобное, да, конечно, лучше даже работать в Альфа-банке. Вот, ну, решила попробовать, во-первых, да, немного заработать, ну, как бы хотелось. То есть, ну, мы тем более ездили тогда вместе, ехали с парнем, чтобы, может, там, заработать себе на что-то, накупить, так сказать. Куда ехали в первый раз? Первый раз в Чехию. Ага. Да, через знакомых, это получается, мы не прямую через агенцию, это очень даже хорошо, когда есть знакомые, во-первых, ты можешь расспросить, во-вторых, тебе не надо агентурам платить сумасшедшие деньги непонятно за что, реально, вот, ты и уже ты хоть примерно знаешь, куда ты поедешь, что за работа, потому что агентура это агентура, сейчас очень много их, и как бы обещают одно, аж на самом деле по-другому, может быть. А вот, когда это в году было? Ой-ой-ой-ой, в 2018, 6 марта 2018 года я была во Львове, я больше полгода ждала, у меня, получается, сразу на 2 года была карточка, сразу на 2 города, угу. Поэтому я ждала полгода, даже больше, не очень полгода, и плюс ждала, что пока есть работа там будет, потому что в основном это как бы не совсем она на авто, этот завод, это мы работали на завод, называется Кардарная. Она не совсем автозавод, но там нитки такие химические. Ткнется такая ткань моцная, можно сказать, такая грубая, Сёша. Одна, куда эта ткань может как бы быть в обиходе, это колесо, да, так в машине. И туда такую, да, ткань. Чехол типа лечит? Нет, в середину колесо там ложится такая вот эта, она такая моцная, очень моцная. Это химическая нитка такая крепкая. А, этот. Я просто понял. Ну, это и одна из, ну, чтобы колесо было твердое, типа там переплетается. Ну, сначала берется, тебя привозится заводы, это раньше была Чехословакия, потом после распада все равно же некоторые заводы, это было как бы одно, не одно предприятие, но они между собой были связаны. То есть на одном туда заводе таких гранулок делается эта нитка, она плавится там, ну, химическая нитка, делается нитка. Потом с этого Словакии, ну, тогда было же на все вместе, потому что там заводу ему 50 лет уже, даже была еще тогда с Чехословакии. Потом с этого завода, припустим, привозили туда. А там, где я была, это полчаса этой Словакии. Ну, может больше, ну, давайте так, на скидку час. Пускай час, смотря на какой ты скорости будешь ехать, час, ты в Словакии. Угу. То есть близко. И поэтому они так привозят нитки, а потом уже там есть очень много всяких разных, как себе сказать, машин. Некоторые берутся, что эту нитку в 2 закручивается, некоторые, что в 3 закручивается. Ну, так, знаешь, так крутится, синмоцно так. И потом берется вот эти нитки, которые уже закручены, еще ткнутся ткань такой большой, там, не знаю, 3 метра. Такой станок, там она заправляет это ниточки всякие, этот, и становится такая ткань. Вот. Ну, работа такая, тяжеловатая, смотря на какой попадешь станок. Ну, ты еще, помню, рассказывал, там это таскать нужно было. Да, нужно было таскать, там бобины такие с нитками, бобины, да? С нитками, когда есть, там разные есть, есть ССМ-ка, есть вот это машины, там по, короче, в одной машине там по 14-18 мелких таких, ну, грубо говоря, машин, и там надо было вот эти нитки. Если ты на СССР, ты сам работаешь там, ну, максимум, по-моему, сколько мы важили, может быть, и 7-8 килограмм, а может быть, 12-13 килограмм.
Так, давайте уже вкратце видео. Более подробно уже будем... Да, это... Ну, в общем, так. Ну, мы когда приехали, сейчас вкратце расскажу, мы когда приехали, просто, что зимой, оно всегда вот эти авто, что связано с авто, они в основном зимой всегда меньше производства, все это на весну начинается. Было мало часов, мы даже приехали, еще месяц мы работу ждали. Было очень мало часов, поначалу не было приработок, так называть приработки, то есть на 2 години там берешь, то есть еще одну смену там себе берешь, то есть этого было очень мало. И, конечно, если посчитать, что за дорогу отдаешь, что ты отдаешь за жилье, что ты отдаешь там на еду, на все, то, конечно, тебе не сильно так и много и получается потом. Первая работа, да, твоя, да, за границей? Да. А вот до Хорватии еще были какие-то промежуточные? Были. В двух словах. В двух словах. С этого села Велка над Величкой мы приехали в Прагу на склад Алзы. Проработали так, немножко, наверное, больше, чем полгода. И решили поменять работу, потому что было тяжело. Не получилось у меня. Хлопца получилось, он поменял, мне не получилось. И вернулась тоже на склад Алзы, только немножко другой. Ну, так, ну, немножко тоже в Праге, немножко другой завод. Ой, склад, точнее. Угу. Вот и так. А потом уже была Хорватия. И вот мы подходим плавно к нашей тематике видео. Это именно о работе в Хорватии. Как ты нашла именно эту вакансию? Очень. Я сказать, не искала вообще, от слова вообще. Получается, мы уже собирались ехать домой. Мы уже понимали, что ну, сильно заработок нету в Чехии. Мы думали ехать домой. Я уже думала, наверное, скорее всего, с концами. Ну, так что думали. Вот, и тут знакомый звонит, не хотите ли поехать в Хорватию, как бы и море, и работа. Естественно, ну, кто ж будет против? Как бы, конечно, немножко тоже снова же говорили, что будет по-другому, немножко другая плата больше. Вот, и говорили, что будет 2 выходных, у нас был только 1 выходной, а и тоже под конец, а поначалу вообще не было выходной, потому что очень много работы было. Нашла через знакомого. Да, да. Просто знакомый, знакомый. Позвонил, знакомый. Предложил, да, ты согласилась, да? Да, мы собирались буквально ехать через несколько дней домой в Украину, и нам тут предлагаем, а чё бы и нет, как бы бонус плюс хороший. В Хорватии не была, на Атлантическом. Понятно. Ой. Просто ещё, как бы, ещё интересно то, что это такая необычная страна, наверное, для, да, да, для того, чтобы туда ехать зарабатывать. Обычно там Польша, Эстония, Словакия, там Германия пошла сейчас. А тут Хорватия. Это, конечно, меня немножко удивило. Удивило там, ну, как бы, как у нас получилось, там, знакомый, так его мама там знала хорвата, и вот так получилось, что нам предложили. И просто сейчас очень много хорватов тоже едут, как европейский у них паспорт, да, паспорт Европейского Союза, они просто собираются ехать в другие страны, потому что там, ну, не сильно большие заработки, как бы, а цены большие, да, поэтому... И они сейчас очень много, в последние годы они начали только набирать людей, так сказать, с не, там, с других стран, там, такого плана, поэтому, наверное, не сильно такая... Страна популярная для заработка. Плюс это в основном сезонные работы тоже, ну, тяжело, не всем подходит. И, как я понимаю, эта работа была официальная, не в черную. Или в черную. Как получилось? Нам обещали, что будет официально. Мы подписали документы. Ну, скажу, как есть, нас нажучили. Мы потом проверились, что мы не, как бы, что мы не были зарегистрированы. Мы потом общались с этим, как бы, нашим агентом. И мы говорим, да, конечно, не официально нас зарегистрировали. Вообще-то мы подписывали документы, все, мы думали, что мы официально. О, по поводу документа. Вот какие это бумажки оформлялись, какие документы нужны были, чтобы... Ну, мы из-за того, что с Чехии ехали, мы по чешским документам ехали. В Чехии мы работали официально, то есть у нас была здравотка, там называется, мы оплатили за... как бы здравотка это на чешском, а вообще это как бы ты платишь за медицинское страхование, медстраховка, вот, платили. У нас были документы, что официально, эти двухгодичные карты, это все было официально, мы как бы по этому делу. У них фирма была как бы зарегистрирована в Чехии, и как бы нас отправили как в Хорватию, как командировку, но мы в Хорватии тоже должны были в полиции как бы оформляться, все, подписывали документы с вот этим агентурой, что мы все, но оказывается, что подписывали просто так. Ну, это когда первый раз, когда второй раз уже полностью все официально, но мы тогда уже напрямую на этот отель работали, и мы оформляли, тогда уже как бы началась полномасштабная война в Украине, мы уже оформлялись как темчасовый захист.
Вот, временное убежище. То есть, ну, беженство это понятно другое, а мы как временное убежище, так сказать. И поэтому нам уже по этим документам на официальном, ну, даже 100% на суперофициальном, мы были так же самые, ну, все имели права, там все. Это уже было официально. Понятно. Ребята, наверное, я забыл в начале видео сказать. И работа в Хорватии. Отель. Отель Зора. Это курортный городок какой-то там. Небольшое село, село Примаштен, и при нем, так можно сказать, на полуострове находился этот отель Зора. А там как бы много отелей, там какой-то один? Нет, именно такой большой отель один, там очень много называется апартманы. Или маленькие такие отели, там буквально на пару номеров, но это, ну, такое маленькое, знаешь, здание, там несколько этажов, там, или два этажа, но это, или, может, апартманы. То есть сами люди сдают свое жилье, там есть такая вот двухэтажная квартира кого-то, ой, дом, и... прошу прощения, дом, или там трехэтажный, они сдают, как апартманы называются. Но это не совсем отель, это как больше такое. Сдают свое жилье для туристов. А это именно большой отель был. Понятно. Ну, если ты работала в отеле, то, наверное, ты и жила в этом отеле. Да, второй раз жила. Расскажи вот то, что касается жилья. Там платила, не платила за его, то, что касается питания, где питались, ну и тоже там. Жилье бесплатно, кормили бесплатно. Единственное, когда только мы приехали уже в августе первый раз, в 2021 году мы приехали в августе. Вот, так у нас не было номеров при отеле для сотрудников, мы жили 10 минут ходьбы от отеля. Тоже не, ну, нормальные условия, вот, но единственное, что не при отеле. А второй раз, можно сказать, мы сразу почти в отеле жили. Ну, удобно, потому что вышел минута на работе, шикарно. Лера кинула на работе. Да. А, это тебе. Оля, сейчас. Продолжаем. Жилье, еда. Вот, жилье бесплатно, кормят бесплатно. Единственное, когда мы только приехали, мы приехали в августе 2021 года, это первый раз, потому что я два сезона, можно сказать, отработала в Хорватии. Вот. И там у нас не было уже при отеле номеров, и мы поехали, были 10 минут ходьбы от отеля. То есть, в принципе, неплохо. А потом уже в октябре мы приехали только в отель. Ну, а в этом году мы, можно сказать, изначально были в отеле, жили. Это очень хорошо, то что минута, и ты на работе. Открыл дверь, прошелся, там у нас был такой фейс... контроль, так сказать, ты приходишь и так логинишься через лицо, через фейс, да, вот, и буквально минута делов, то есть очень удобно, не надо, не переди, у нас была еще форма, и это именно от отеля, так, надо было вот это идти, так сказать, цивильном, гражданском надо было идти, вот, переодеваться там где-то подсобки, там, ну, такое образное, там, раздевалки, и потом идти на работу, а так, хопа, вышел в одежде уже рабочий, хопа, на работу, хопа, пришел домой, переоделся, пошел на море, шикарно. Угу. Вот теперь то, что касается работы. Расскажи, вот от начала до конца свой рабочий день, ну, как бы, что приходилось сделать? Вот, изначально у нас был график. Чем ты работала? Я уборщица, ну, как бы, покоївкою, горничной. Работала горничной, если быть точно. Вот, на хорватском это называется субарица. Субарится. Вот. Ну что, у нас с 8 до 3 был график, то есть с 8.00 до 15.00. Вот. Еще была смена с 3, с 15.00 до 22.00. Но это редко я там работала, это в основном уже на второй год. Ну, да, когда на второй год приехала, это. Расскажу обычную. Вот работала с 8 до 00 до 15.00. Ну, приходишь, ты уже переодетый, и вот даже логинишься, ну, в принципе, не переодетый, не важно, ты должен до 8.00 желательно залогиниться, потому что система может посчитать, ты уже 8 с копейками, то есть система может посчитать, не зачитать этот час или полчаса зачитать, то есть желательно лучше там 7.58, да, вот, ну, хотя 7.58, 7.58. А если там очередь стоит логиниться? Нет, там люди по-разному приходят, и там буквально секунда дело, тебе так лицо подставляешь, оно тебя за... как бы тебя видит, и все, и пошел. Там секунда дело. Нажал до лазок, типа, что ты дошел работать на хорватском. Идешь, у нас была такая там, где, как бы, наши главные, вот, нам давали разнарядку на день. То есть, какие тебе номера, сколько тебе номеров, там есть такое, что вот гостинские, это когда люди живут еще там. Вот, ну, то есть приехали на 7 дней, и просто второй день, там, третий день их жизни, ты просто приходишь, не, ну, как бы не генерально убираешь. А есть уже когда генерально, то есть люди выезжают в этот день,
и потом другие заезжают. То есть тебе надо было полностью поменять постель, там, все вымыть, там, балконы повымывать, туалет, ванну, ну, все, то есть все идеально, пыль, все протереть, все идеально, то есть как люди новые заезжают. Вот, и тебе дают на листочек, и ты уже видишь, сколько тебе там сегодня гостинских, сколько генеральных надо сделать, ну, такие разнарядки. Потом дают тебе всякие там жидкости, всякие тряпочки, это для работы, и берешь ты, дают полотенце, постель, на ком, на какой, ну, не колесница, как бы, но, ну, на хорватском это называется кулица, но я говорила, наверное, что это колесница. Вот, ну, так, знаете, как... Как вот ты везешь там, ты такие в три ряда полочки, и ты как везешь там кофе, чай, там, ну, и там просто полотенце. Я там, думал, да. По фильмам показывали, ну, много где такое показывали. Ну да, много показывали, но там больше такие модные, навороченные, там такое было больше простенько, ну, ничего, в принципе, нормально, да. Вот, берешь что-то, забираешь это все, идешь в свой офис, то есть, и там уже работаешь на этажах, то есть, как я говорю, видишь, ну, номера, а люди выезжают, должны выехать до 11, и другие уже начинают заезжать, иногда бывает и раньше двух, но вообще мы должны до 3 успеть поубирать, иногда бывает и в 2 часа заезжать, и в час, ну, мы просим подождать, потому что, ну, не успели, потому что реально тебе, допустим, 5 генеральных, и люди только выезжали в 11 часов, ты ж никак не успеешь убирать 5 генеральных за 15 минут, что там люди другие приедут, то есть такое все логически, и идешь убирать, то есть если гостинская, постель застелить, попылесосить, там полы помыть, туалет, ванну посмотреть, все грязность, то есть, естественно, помыть мусор, обязательно выкинуть, ну, то есть, такое элементарно. А если уже генеральное, то даже это полностью все делать, полностью убирать, то есть, чтобы тебе там все блестело. Вот, ну, такое. Потом собираешь разную эту постель, полотенце, такие мешки черные, и потом на стирку их отправляешь, там тоже везешь их обратно и отправляешь на стирку. Вот в целом за рабочий день сильно уставала? Поначалу с непривычки, да. Я еще первые дни работала с хорватками, сначала одну неделю с одной, потом с другой. Еще зависимость от того, очень зависит от того, какой у тебя напарник. Вы вдвоем работаете? Да, изначально вдвоем, потому что, как я ничего не знаю, я знала хорватский, то есть такого плана. В этом году я в основном работала сама, очень редко, чтобы я работала с кем-то. Намного, мне лично намного было проще самой, потому что еще у меня первая хорватка была нормальная, а другая... Ну, как бы так, интересный был персонаж, вот, поэтому, то есть, смотря какой у тебя напарник, насколько он хорошо работает, насколько вы вместе находите общий язык, насколько, честно скажу, как есть, наглый, то есть, если вот было, есть хороший, ну, как везде, есть и хорошие люди, есть и плохие, есть наглые, когда вот видишь, что ты справляешься с этим, так на себе еще больше, ой, я сейчас там приду, поубираю, а сама пойдет там отдыхать, и ты будешь больше работы делать, или там, то есть, это, ну, в принципе, тоже делала на работу, но иногда могла там и посочковать. Поэтому мне было лучше самой делать работу. А под конец уже сезона, так я сама работала, мне было намного проще. Мне даже морально было намного проще. Сам все ты знаешь, с чего ты начнешь, с чего ты закончишь. То есть нету такого, что друг другу мешаешь. Вот, то есть вот так вот. А вот в среднем сколько номеров убиралось в день? Или в неделю там? Или... Скажем, в том году, в 2021 году, у меня где-то было ориентировочно 19-20 номеров. Этот, ну, грубо говоря, надо убрать за 6 часов, потому что полчаса, вот это ты все берешь, ну, с утра, вот с 8 до 8.30 ты берешь полотенце, разнарядка, вот это все, пока весь приготовишься, пока пылесос вытянешь, ну, вот это все сделаешь, вот, и полчаса у нас обеда было, кстати, у нас был обед с 11 часов, ну, не обед, а завтрак, с 11 часов до 11.30, вот. И полчаса обеда, то есть получается, и остается рабочих 6 часов. Но за 6 часов было 19-20 номеров. Только это может быть и генеральные, может быть и гостинские, то есть по-разному. Ну, это немало, как по мне. Немало. А в этом году даже были такие дни, ну, не в этом, в 22-м году, вот были такие дни, что я могла и по 25, было, когда у меня один раз вообще было 29 номеров. Вот, потому что не хватало людей, уже много кто там поувольнялся по своим причинам, много было такие, что и кого-то уволили, потому что вообще не хотели работать, ходили... В общем, как бы его так культурно сказать, ничего не делали. Ну ж понятно, заметно, люди ж возмущаются, что такое, что у нас грязно, да, там гости. Ну да, типа. Да, и поэтому начали проверять, а там, ну там ужас, там человек просто 6 часов ничего не делал. И под конец уже, конечно, было, что не хватало людей, и приходилось больше работать. Да, очень быстро надо работать. То есть, ну если качество нормально, так, чтобы ты так
ответственность, чтобы, ну, для людей было нормально, чтобы чистенько, хорошо, да, конечно, очень быстро надо работать. И надо было такие дни, что я ни на обед не ходила, ничего, иногда даже оставалась, потому что не успеваешь. Ну, это не только я, это, в принципе, все бывали, потому что очень много бывает работы. Особенно, когда много генеральных, то очень много работы. Понятно. Теперь то, что касается финансов. Ты говоришь, там что-то вас немножко обманули или что-то такое? А, да. Опять телефон. Прошу прощения. Алло. То, что касается финансов. Да, ну, смотри, мы когда в 21-м году, когда только первый раз попала, ну, правда, 2,5 месяца я отработала. Вот. Нам обещали тоже, сколько, 6 евро нам обещали. А я говорила, что будет 8-часовый рабочий день, 2 выходных. Так 6 евро это как? За час. 6 евро за час, да. По факту у нас получилось 4 евро за час. А в этом году, как бы, я тоже думала, что будет 6 евро за час. Ну, в этом году я просто официально работала, что... Вот, оказалось, если в среднем брать, потому что там, когда ты официально работаешь, у тебя есть ставка, у тебя есть то, что ты работаешь в выходные дни, там доплачивают, допустим, ну, немного, ну, доплата там есть. Плюс ты там, что работаешь ночные смены, ну, как ночные. Вот у меня была смена там иногда с 17.00 до 00.00, то есть с 5 вечера до... До полуночи. Угу. Вот, и тогда вот этот час, что с 10 вечера до полуночи, 2 часа, они тоже больше оплачиваются. Ну, короче, вот так вот накапливается тебя. И где-то в среднем, если разделить ту зарплату, которая была, и на те часы, которые были, в среднем, ну, даже 3 евро не было. Там было 2 евро, 90 с чем-то центов. Ну, да, так закруглить 3 евро, грубо говоря. Очень мало, конечно. С их ценами, которые у них там цены, конечно, такая зарплата, ну, это смешно. Так, а почему поначалу было 4, а потом... А потому что мы в том году были неофициально на агентуру. Мы что, не знали? Мы в том году, как бы, мы думали, что мы на агентуру работаем, а не неофициально, как бы, а неофициально на отель, а мы работали на агентуру, а агентура уже заключала... как бы договор с этой, с этим отелем. И получается, как бы, чьи налоги там меньше, чьи, или что, или как. Ну, вообще, по факту, просто получается, мы неофициально тогда работали, но мы этого не знали. Вот, мы, ну, мы... Ну, наверное, налоги не платили, наверное. Наверное, за этого, да, он себе просто забирал там оставшуюся. А этот раз мы полностью все официально, то есть больше налоги, больше все. Ну, как бы, поэтому, наверное, сильно много и Хорватию не едет. Вот, ну, для студентов, допустим, это неплохо, вот так поехать, тем более там очень много надо, что в июнь, июль, август, больше людей надо, и как студентам поехать, это замечательно было, ты побываешь на море, там, ну, не надо ни готовить, ничего тебе, пришел, покушал, там, отработал и пошел на море отдыхать, а у нас, там, где вот наш был отель, там, где я жила, и потом второй раз при отеле, вот буквально ты выходишь, ну, два, я не знаю, сколько, шагов 15-20, все, ты уже на море, просто вот так вот. Там, а там пляжи, это свободно или плавно? Да, свободный пляж, но если ты хочешь там лежанчики себе взять. Да, ну, то понятно. Ну, то тогда, да, тогда все свободно. Единственное, что был очень большой минус, что там были камни, и не так, как вот эта галька, что гладенькие камни, это там такие острые камни, как щебенка была, и ты так идешь... И такие позы, когда ты идешь на море, что, конечно, да, потом уже привыкаешь, но изначально очень много такие специальные тапочки покупали с резиновой подошвой, чтобы до моря дойти, потом в них плавать, да. Но мне было неудобно в них, я пробовала в них ходить, это я уже потом привыкла так. А там какие-то штрафы были или... Нет, в принципе, такого ничего не было, ну, лично у меня, наоборот, мне даже за... Сезон тут тоже работала официально, как я хорошо отработала. Когда я узнала, что я так мало получаю, я просто думала, мне будет в конце, когда мы уже будем уезжать, заплатить за, как хорватам. Хорватам такая фишка, что ты получаешь зарплату за месяц, а все, что выше ты часов не работаешь, тебе платится, когда ты уже увольняешься. Ну, как бы сезон закончился, тебе потом еще платят из денег. То есть выше нормы. Допустим, норма 178 часов. Ну, ориентировочно где-то так у них норма. Бывает иногда 182, там разное. Ну, допустим, 178 часов, чи 176, ну, давай 180, допустим, заокруглим. Это те часов норма. А ты наработал 200 с чем-то часов. То есть все эти часы, допустим, 210, да, часов. То есть эти 30 часов, тебе они накапливаются, там, ну, за каждый месяц, и выплачиваются в конце. Когда ты уже выезжаешь, вот, они так, оно, типа, как получается, что ты заканчиваешь работу, но ты еще как бы работаешь. Ну, а потом они выплачиваются. Я же думаю, та же самая нам будет, украинцам, ну, которые у нас там, у нас было только 3, в этом году только 3 официально украинца, ну, украинки, 3 украинки, которые работали официально, и мы же так все думали, что нам же так же самое будет, как хорватам.
А потом говорит, не, мы вам все платили. Говорю, в смысле, это все моя зарплата, это с моими причесами? Плюс я ездила еще на прачку дополнительно, то есть мне реально было больше свыше 200 часов, это, ну, как бы часто мне было свыше 200 часов, ну, немножко так расстроилась. Вот. И поэтому получается где-то ориентировочно 3 евро, ну, плюс-минус. Угу, понятно. Ну. Еще хотела уточнить и рассказать вот про жилье немножко, какое может быть жилье у тебя при отеле или там, допустим, уже непосредственно в апартаментах, там, то есть это жилье по жилью. Условия неплохие. Вот, единственное, что вот, если при отеле, то некоторым, кто там раньше приехал, и в основном те, что на кухне работали, им, конечно, вообще шикарно было. Одноместный номер с балкончиком, то есть все хорошо, своя ванна, свой туалет, одноместный номер. Но я жила, если брать второй раз, когда же приехала при отеле, мы жили, сначала две девочки, две украинки, потом еще одна приехала, она не намного приехала, буквально там на 3 месяца, может, немного больше, может, до 4 месяца. И, этот, и мы же жили втроем, но у нас не было балкона, но была свой туалет, ванна. То есть, ну, в принципе, неплохо. С собой не надо брать ни постель, ни полотенце, ничего. Ты все берешь в отеле, то есть это уже хорошо, что ты так едешь на полгода, тебе не надо пол сумки забивать, потому что, насколько я знаю, полотенце, вот это ж все, если наберешь постельное, то... Оно легкое, но вот такие размеры. Да, размеры, плюс, если у нас тебя не... Ну, как я вот в Чехии мы ехали, нас не... Ну, мы сами питали за свое, да, и понятно, что там кухня была, мы сами готовили кушать. Кастрюли, сковородки, чашки, ложки, вилки, ножики, это все надо было с собой брать. Тут, то есть, ты не берешь ничего. Ну, можешь взять там чайничек или кипятильничек, чайку попить там такого плана, ну, и чашечку. Тут единственное, что можешь. Ну и ножичек, там можешь какие-то фруктики купить, там арбузика порезать, вот это все. Это тебе ничего не надо тянуть. Это очень хорошо, что это при отеле тебе давали. То есть все чистенькое берешь, хорошо, там положенное. То есть это хорошо. И также само по поводу еды. Кормили нас 3 раза. Завтрак был в 11 часов. Это получается, если ты с утра работаешь, то получается твою рабочую смену. Ну, это типа полчаса перерыва. Потом нас кормили в 18.00, то есть 5 часов, и кормили в 9 часов вечера, ну там немножко позже, там 9.10, 9.15, каждому по-разному. То есть как 3 раза нас кормили. Хочешь, ходишь, хочешь, не хочешь, так твое желание. В принципе, удобно. Очень было удобно, ты до 3 часа, до 3 часов поработал дня, пошел 2 часа на море, пришел с моря, переоделся, пошел покушал 5 часов, потом снова гуляешь. А вот ты говоришь, там типа дорогое все, так это в магазинах, да? Магазинах, даже в супермаркетах. Там нету такого, как, допустим... Таха звонит. Отвечать чуть попозже. Вот и алло. По поводу цен. Если брать вот... Нету там... Ну, были супермаркеты, но все равно из-за того, что это курортные районы... Я была в Далмат, ну, это город село Примаштин, вообще Далматский край, Далматия. Вот, такой регион, так сказать. И там из-за того, что это, они на туристах живут, и они реально дороже у них цены. Да, если взять, допустим, это в основном центральная Хорватия, так скажем. Если взять северную Хорватию, там, где не к морю, это там все в 2 раза дешевле. Вроде бы то же самое, там, сеть магазинов, допустим, там, я не знаю, как что, как Кофланд из-за границы, Лидл, да, вот, то там все равно дороже, будет, там, если возле моря, то будет дороже. Ну, это понятно. Да. Нет, так же и у нас, поедет на море, так там же. Не, ну почему? Вот я была в Одессе, так если ты пойдешь в АТБ, в принципе, цены одинаковые. Так это где? Это в центре города, а если это магазин под море? Так я же тебе говорю, одна та же сама сеть. Понимаешь, это сама, допустим, как у нас, сама сеть АТБ при море будет дороже даже цены, чем это. То есть не будет акций, не будет чего там дороже. Даже не такие обычные маленькие магазинчики, а такая даже сеть будет дороже. Вот там возле нас был магазин Конзум, мы часто ходили. Кофланд, если там брат тоже был, только немножко дальше надо было проехать в другой город. Там, ну, в другое село там поближе. Это тоже цены как бы не дешевые. Вот. А если брать северный, вот северную Хорватию, то там уже была дешевле 2 раза. Просто у нас были вот люди, которые с севера Хорватии приезжали тоже с работы, так, ну, говорят, нас дешевле. Элементарно, кофе стоит, допустим, у нас сколько стоило? Ну, наверное, 2 евро, нет, ну, даже 2 евро, полтора, то там на севере можно было, грубо говоря, до евро там купить кофе. А вот еще то, что касается работы, там уже вам давали указания на каком языке, на хорватском? Да, если ты знаешь английский, может, там будет кто-то тебе рассказывать на английском, у нас была. Вот,
руководитель, но я, в принципе, хорватский понимала, вот, поэтому я на хорватском изначально. Как это... ты его понимала? Из-за того, что это как бы славянский язык, вот, не скажу, мы восточные славяне, мы восточные славяне, а вот они, я не помню, центральные они или какие они, или... Западные славяне, ну, короче, вот, это я не скажу, чтобы не ошибиться, оно немножко, да, у них там идет латиница, как бы, это, ну, можно немножко понять. Плюс, что я была в Чехии, тоже слова некоторые похожие, вот, и, ну, честно, это когда такая работа, тебе там покажут, тебе расскажут, там, ну, как-то, ну, не знаю, ну, она номер соображала. Номер один туда, да, номер да, 20 там. Да, она соображала ко все, ну, если, знаешь, ну, могли мне иногда, что если я не понимала на хорватском первый, там, месяц, там, еще, ну, могли мне сказать на английском, я понимала. А потом я уже разговаривала, в этом году вообще уже разговаривала на хорватском. Ну, вот, то есть, в принципе, я с ними на хорватском. И, ну, и даже у нас приезжие есть, у нас были и, ну, гости, да, и французы, и немцы, ну, австрийцы тоже самое же разговаривают, да, вот, чехи, поляки, ну, словаки, наверное, славянины были, наверное, ну, то есть, такие, да, языки, то есть, или с ними пытаются на их даже языке, вот, я ни разу не была в Польше, но я пыталась общаться с поляками, я их понимала, хотя ни разу в Польше не была, ну, элементарно ты можешь понять, то есть, такого плана. Иногда на английском пыталась, иногда просто берешь телефон, включаешь Wi-Fi и пытаешься с ними переводчики, потому что это очень была такая интересная история. Французы у меня. Есть такая функция при этом отеле, ну, я думаю, это много где есть. Ты не хочешь стирать, да, там, допустим, вещи, и ты можешь там взять пакетик, там за каждую вещь отдельно, ну, сколько там денежки заплатить, я прайс не расскажу, потому что этим не занималась, как бы это мои функции не входили, не входило, поэтому не знаю. И как бы отдаешь, они мне отдавали вещи, я, а потом они могли на рецепции там забрать эти вещи, то есть такого, они уже постиранные, поглаженные, то есть такого. И они мне пытаются на французском объяснить, что я хочу вот эти вещи, ну, типа, постирать. Я их не поняла, честно. А английские, они вообще не бум-бум. И что, ничего, мы взяли переводчик, взяли, я им они на меня написали на французском, я им ответила, ну, как бы, ну, на, там, на русском там написала. Там озвучка есть. Да, то есть, вот так вот, ну, то есть, если захотеть, если хоть немножко у тебя там мозги хоть немножко работают, в принципе, ничего тяжелого и нет. Угу. Вот, так вот. А, по поводу досуга, да, наверное, тоже будет интересно, потому что... Море, я просто до этого была только на Черном и Азовском море, первый раз увидела там Адриатическое море, оно считается одной из самых чистых морей, вот, и честно, я думала, такие моря бывают только в фильмах, но не была я до этого, очень прозрачная, очень чистая, иногда я бывала такое, что даже перед работой ходила, вот перед 8 часами, там, проснусь 7 часов, пойду на море, это просто, это гладь, это спокойно, красиво, да. Ты плывешь, 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 ты все равно видишь, что у тебя внизу камни, там, то есть всякое такого, ну, не, рыбы там не пестрые, не разноцветные, там обычно такие серенькие рыбки плавают, ну, тоже интересно, вот. То есть ты после работы идешь там на море, отдыхаешь, кайфуешь, это очень большой плюс. Плюс, когда ты сильно устанешь, ты поплаваешь, ну, тебе реально релакс. На косточки свои, свою пятую точку погреешь на солнышке, всегда бонус плюс хороший. Вот, и там у нас был, ну, старый город такой небольшой, ну, это ж небольшое село там, ну, я не знаю, сколько населения, около 3000, если я не ошибаюсь, ну, плюс-минус, могу ошибаться, вот. Но там есть старые постройки, там где пойдешь по ресторанам, иногда там, чтобы ты же каждый день не будешь по ресторанам ходить, возьмешь мороженку себе и просто проходишь, прогуляешься, там красиво очень, там скалы, на скалах кто-то там на полуострове, там церковь была, эти, в Хорватии очень, почти все дома с красной черепицей, ну красиво смотрится, угу. Вот, выходной. А по поводу выходных, вообще, по графику, у тебя 6 рабочих и 1 выходной. Но когда очень много работы, это сезон, да, там, и мало людей, то могут тебе вообще больше месяца не давать выходной, такое может быть. Вот, если людей хватает, то у тебя будет, в принципе, 1 выходной. Вот, мы ездили от этого отеля, ездили экскурсии, вот, то есть там для французов, если там вот приехало много французов, как бы, вот автобусом, да, они тоже такое есть, что много людей приезжают автобусом. Допустим, экскурсия от этого отеля, как бы они договариваются, чтобы экскурсовод был там на французском или еще каком-то языке. Да, в основном французы вот любили эту экскурсию брать.
И мы вот, когда в первом году я приехала, в 21-м, у меня был выходной, и мы туда с этой экскурсией с французами ехали на Плитвицкие озера. Конечно, я ничего не поняла, потому что экскурсия была на французском. Мы с этим гидом, или как правильно сказать, с экскурсоводом, прошу прощения, а мы общались на английском, потому что на, ну, тогда еще так, хорватский так не сильно. Говорит, ну, мы уже говорили, давайте нам на хорватском, в общем, ну, в принципе, это, а французский мы не понимали, поэтому мы ходили, там, фотографировались, пока нам что-то рассказывали. Но экскурсия очень хорошая такая была, мне понравилась на Плитвицких озерах. Красиво, цвет озер, это просто шикарный цвет. Ну, я думаю, там, если насколько я помню, в ЮНЕСКО даже внесено, по-моему, это Плитвицкие озера. Та же самая, мне очень понравился город Сплит. Это от Загреб, это у них столица, а Сплит это такой один большой город. Ну, вообще, численность населения хорват около 4 миллионов, ну, там, может, конечно, от года колеблется. Вот, понятно, там не будут большие сильно города, но вот Сплит это, ну, большой город. Это там очень много, в Сплите снималось в «Игре престолов», тоже там вот такие локации есть. То мне понравилось, там даже два раза была в 21 году, в этом году мне не получилось. В 22-м не получилось году. Мне понравилось. То есть, если есть выходной, там, даже маленький какой город там поехать, там, Шибеник, Трагир там есть. То есть, в принципе, тоже неплохо, тоже красиво. Пальмочки, ну, там не сильно много пальм, там сосны. Ну, пальмочки есть тоже, но не сильно так распространено. Вот. Ну, и вот так, в принципе. Эмоции неплохие остались. Люди... Честно, не скажу ни хорошо, ни плохо, потому что все индивидуально. Были очень хорошие, что вообще к нам хорошо относились. Были такие, что не сильно относились. Ну, те, что не сильно относились, как бы хорошо, да, они, в принципе, между собой даже, между хорватами, так между собой там были терочки. Ну, если человек, ну, как бы такие специфические, так он специфический со всеми. Mm-hmm. То есть даже между хорватами были терки, у них даже были... Что наши вот субарицы, наши горничные, там не совсем, ну, почти ни с кем не общались, с кухней, людьми. Потому что, ну, такие люди, понимаешь? О, а там же там работали, ну, местные, украинцы. А кто еще? Ну, давай за два года тебе скажу, за два сезона. Вот украинцы были, местные. Есть местные, что там в ближайших селах, а есть местные, что там далеко даже приезжали. Вот, дальше были... ну, вот, ну, это не сильно часто, чтобы, типа, Черногории, сербы были, очень много сербов было, сравнительно, ну, если брать этот, по количеству, были даже с Бангладеша, но с Бангладеша там было три хлопца, они поработали 3 дня, они сильно много брали с кухни, там такого нельзя, что там с кухни что брать, если даже что остается, так они выкидают, то есть домой нельзя брать, ну, такая у них политика. Ну и, короче, во-первых, не сильно, ну, я по работе не знаю, потому что они на кухне работали, вот, но, во-вторых, очень, ну, короче, сильно много брали с собой под камеру, и поэтому они только 3 дня поработали. Вот, откуда вообще, из Непала было, с Непала в том году немного было девочек, уже так, в том году были только девочки, то есть уборщицы, да, ну, горничные. И, а в этом году уже больше, уже набрали и мужчин, и они, ну, мужчины в основном на кухне были, там, посуду мыли, так вот, в основном такое, что на кухне делали, вот, там, или на пляже, там, вот эти гамаки слаживали, ну, вот эти лежанки, или, ну, такое, но в этом году было намного больше, вот, непальцев, да, им, они даже зимой ездили, ну, уже там, ездили в Загреб работать, потому что для них, для Непала там небольшие зарплаты, для них это хорошие зарплаты, как бы, что там есть. Плюс они через агентуру, у них там, я не знаю сколько, но я знаю, что больше. Ну, по факту у них больше была зарплата, чем я тогда работала официально, потому что они через агентуру как-то там договаривались, я не знаю, может налоги меньше, может еще что-то. И получается, они даже больше получают, для них это хорошие зарплаты. Откуда? Македония были, да. Вот, ну, там вот это, что они были раньше, там, короче, с бывших стран Югославии, так сказать, много кто были, вот. Ну, немного, но как бы один с той стороны, там, 2 человека с той стороны, в общем, ну, даже с бывшей стороны Югославии, так там вот ездят туда. Ну, украинцы буквально только в этом и на отеле, то мы первые были, грубо говоря, в 21-м году, ну, и в этом,
В 22-м. В 23-м не знаю. Пока мы слетали на ремонте, должны с 15-го вроде бы говорили июня открыть, но я не поеду туда. Хватит. Да, надо новое поколять, ну, горизонты. Как я понял, ты отдохнула, покупалась, позагорала, посмотрела всякие там красивые места, но не заработала толком ничего. Ну, как бы как. Если брать, допустим, сравнивать... Не, ну, там обещали по 6. Да. А платили по 3, ну как бы в 2 раза меньше, но это обидно, наверное. Ну, первый 21 год по 4 евро, а 22 год, когда все цены еще возросли, реально, вот мы приехали, элементарно скажу, мороженка, да, ну, я любила брать мороженка такие, ну, реально вкусненькое там. Вот, и мороженка, если брать, мы приехали в апреле, стоило 7 кун 50 лип, вот, то уже в июне стоило 15 кун. Угу. Ну, то есть уже 2 раза подорожало, вот, а зарплата получается еще меньше, чем в прошлом. Ну, как бы, вот. Не, ну, как брать, если студенту ехать, я бы, честно, если бы раньше у нас в наших годах это больше было так по интернету, всяких вакансий, там, знакомые, я бы не думала бы поехала на 3 месяца, это 100%, потому что, да, работа нелегкая, ну, да, но если ты знаешь английский, ты можешь спокойно найти официанта. Официантам там проще. Вот люди, которые работали официантом, даже наши украинки там это, то, ну, как бы им было проще, ну, видно было этот, ну, по физическому нагрузке. Если ты знаешь английский, даже хотя бы на среднем уровне, там, ну, такое, хоть можешь БМ сказать, в принципе, можно вот именно, смотря какой отель, какие требования, потому что этот отель 3 звезды, там, естественно, требования не сильно большие себе. Вот, то у нас вот были такие шоу, там, 18-19 год, ну, в том году, я просто Ани не помню сколько, тогда, по-моему, 19 лет было, она нормально отработала, но на следующий год, на 22-й, она поехала в Грецию уже работать. Вот, то есть, если студентам, так вообще хорошо. Если брать, сравнить, сколько зарплаты, допустим, то же самое Чехии мы получали, да? Ну, в Чехии, в основном, мы буквально немного поработали, там, полгода, не, больше, чем полгода, да, мы поработали, началось коронавирус, тоже это влияло на зарплаты, на подработки, на всякое такое, то есть влияла эта ситуация. То есть, если брать чистую твою зарплату, сколько ты отработаешь часов, брать, сколько ты заплатишь за жилье, этот, сколько ты там заплатишь, еда, за все, так оно не на сильно выгоднее получается. Если брать то, что я жилье бесплатно, кормят бесплатно, то оно не на сильно... как бы меньше получается. Надо все сравнивать, смотря насколько ты там экономишь, когда ты там покупаешь еду себе или еще что-то в этом плане. Все, ну, надо сравнение, ну, очень большой плюс, говорю, море. Если вот так вот, что ты студент, сдал сессию, или как сейчас вот много ждашь по компьютеру, пожалуйста, там учись, то можно спокойно ехать, ну, я бы посоветовал. Даже много есть и в Греции, там, в Хорватии, то есть так попробовать, это... Это классный бонус плюс. Моречка, все. Ну что, давай напоследок, да? Ну, что хочется сказать. Эмоции мне очень... Это очень красивая, конечно, страна. Вот. Ну, немножко даже есть... Кто смотрел «Игру престолов», так там очень много снимали в Хорватии. Вот. Ну, красивая страна, поехать надо. Ну, 10 туристам, конечно, там, ну, не сильно маленькие цены. Если брать ту же самую Египет, ту Турцию, то, конечно, Хорватия дороже будет. Вот, я где-то довольна, где-то плюсы, где-то минусы, в принципе, то есть неплохо. Ну, естественно, только сезонная же работа. Там можно на зиму найти, ну, это уже такой, это другой нюанс. Но вообще, что в отелях это сезонная работа, то есть в основном на полгода, плюс-минус, в зависимости от погоды, в зависимости от отеля, то есть, ну, всякие такие ситуации. Вечерняя смена. Вечерняя смена. Дополнение, бонус. Да, бонус. Так как мы была смена с 8 до 3 часов дня, была еще с 3 часов дня до 10 часов вечера, или как бы там вы работаете вдвоем, то есть как бы номера вы не убираете, но как бы отель-то не маленький, ну как бы в сезон, когда в разгар, там и 800, и 900 людей может быть в этом отеле, там очень много корпусов. Большой. Да, большой, там очень много корпусов, это... и естественно вечером. Может, кому-то там надо полотенце поменять, может, еще что-то. И надо, чтобы вечерняя смена была, работа. И, то есть мы убирали всякие... У нас было на территории отеля несколько баров. То есть мы должны там поубирать, там попылесосить, рецепцию помыть, попылесосить мы должны. То есть мы уже такие
общие, на вторую смену это в основном общие, ты убираешь территорию общую, там, у нас был Kids Club, допустим, для детей тогда тоже надо было пойти там поубирать, там, попылесосить, туалеты, все, что надо было поубирать. В этом заключалась вечерняя смена. То есть иногда бывала вечернюю смену, что не было где продохнуть, потому что когда сезон, ну, представьте, сколько людей, да, и только два человека на весь отель, там надо было позвонить, там позвонить, там позвонить, помимо того еще работа. Иногда, когда немного людей, конечно, уже было полегче, потому что с одной части отеля побежит, с другой части отеля, а тебе надо еще помимо того еще свою работу сделать, то иногда, конечно, было тяжело. Плюс, когда вот это сезон до августа, очень много с детками, это было такое там, с детками тоже хорошо, это да принеси третью кровать, или там была жара, принеси этот холодильник, или что-то такого, это что же мы все делали, то есть в этом заключалась работа вечерней смены, поэтому тоже бывало иногда по-разному, когда была такой, божечки, когда это закончится, дайте хоть туалет сходить. А иногда бывало, ух, ну может так уже трохи расслабиться, потихоньку там, то есть А не спеша. чаевые там такое есть или нет? Чаевые есть, это в зависимости от людей, поэтому я хочу еще очень хочу сказать, и когда ты с кем-то работаешь, это тоже очень важно, потому что я работала чисто с хорваткой, там одной была, мы делились чаевыми, а одна просто все себе забирала. То есть просто у нее ключи были, она заходит в номер, типа все себе забирает, короче. Потом А тебя ты, допускают, ну, а ты, Алена, работай, да. То есть было даже такое. Один раз просто мне повезло, что я получила чаевые, то что это были чехи. Один раз мне получилось, то, что это были чехи, я с ними по чешскому разговаривала, потому что только приехала из Чехии, были хорошие ребята, так они дали нам только деньги в руки. Прямо вот нас в коридоре поймали, мы, говорит, мы уезжаем, там эта пара была молодая, очень хорошая, дали в руки, и то она говорит, они дали и куны, и евро. Говорит, ну на все куны, а там евро, потом поделим, но в итоге, естественно, никто не поделил, это все на себе забрал. То есть мы, она куны поделила, а евро все себе забрал. А так, когда оставляли, в этом году, честно, не сильно много. Очень мало, как-то, не знаю, может, тогда вся ситуация глобальная, но везде цены подорожали, везде все подорожало, может, там людей тоже и прибыль упала в 2022 году. Как бы Европа тоже пострадала от полномасштабной войны. Вот, и поэтому немного давали. Ну, как скажу, все индивидуально, и в этом году мне не сильно повезло, потому что мы там с моей коллегой Олей, мы единственные два человека, украинки, которые были еще в том году работали. И поэтому, если кого-то выходной, нас ставили на их номера. То есть это очень тоже тяжело, потому что когда у тебя есть свои номера, ты убираешь, и ты знаешь, что у тебя все чистенько, все хорошо, все это. А когда ты бегаешь по всем, то есть один сачкует грязно, другой более-менее там чистенько, хорошо. И, ну, когда мне были мои номера, то есть бывало такое неделька, две мои номера, так, ну, больше давали, потому что я старалась, типа, все по-человечески, все, плюс там еще с ними поговорю. То есть это так, а когда вот так ходишь по всем номерам, так вообще мало было, то есть такого, ну, немного дают, но ну, не сильно. Но это может там, если брать там июль-август, так вообще мало давали. Как-то вот так там с детками в основном приезжали, как-то ничего у них не принято. Вот как-то кого поспрашивали, там, ну, то есть, ну, все индивидуально. Ну, не скажу, что аж сильно много, что там, как, знаете, там в ресторанах, как мы привыкли, да, там каждый там остается чаевые. Нет, такого не было. Буквально там, может, там, вот, 20 номеров, да, допустим, ну, не знаю, как сказать, за неделю, может, каких-то, ну, 5 евро будет за неделю, за 2 недели, может быть, 5 евро. То есть, так, в среднем. То есть, не сильно, но может быть, по-разному. Алена, спасибо за то, что ты согласилась сняться в видео. Много всего рассказала, было интересно. Я тоже надеюсь, что было интересно. Спасибо, что пригласил меня. Давно хотели, да, но все как-то оно Давно доказало, собирались, да. да все. Все, ребята, спасибо всем за внимание. Всем пока. Спасибо, пока. Я не знаю, если что-то хорошее получится. Я же, наверное, быстро разговаривала, да, вот нервничала.